подошел к концу этот учебный год и 9 лет обучения в нашей школе. И только когда нам приходится расставаться, мы понимаем, что наш класс — это сверхразум, только об этом еще никто не знает. Итак, в конце учебного года мы с вами повторяем тему «Сложное предложение». Очень хотелось бы узнать, на какие разряды делятся все сложные предложения. Так, кто нам напомнит? Так, я вижу лес рук. Наш класс – это вечная головная боль. Что у нас на следующем уроке? Нормально. Контрольная. Здравствуйте, Галина Анатольевна, меня медсестра отпускает домой, у меня глаз не открывается, не видит вообще, я не знаю, что делать. Светочка, срочно к окулисту. Галина Анатольевна, у меня живот болит, пустите меня, пожалуйста. Таня, что-то у тебя очень часто живот болит, надо обязательно с бабушкой сходить к врачу. Хорошо, и выздоравливай дома. Галина Анатольевна, мне что-то нехорошо. А что с тобой? Медсестру у меня. Ты, по-моему, очень хорошо выглядишь. Я прекрасно. Нет, я очень плохо себя чувствую. Не знаю, медсестра дает освобождение? Ну да. Я мне врезался, она такая, давай домой. Не знаю, надо подумать. Да вы что думаете? Ладно. Так, мама встретит тебя? Конечно. Галина Анатольевна. Господи, Никита, что с тобой? Мне что-то нехорошо. Медсестра тебя отпускает скорую, надо вызывать скорую быстрее. Я сам дойду. Наш класс – это приходить на дежурство в 7:00. Блин, 7:50, я опоздала! Наш класс – это рэпчик Кирилла. На самом деле, если честно, не всегда нам в школе интересно, но я вам зуб даю, все равно ее люблю. Да, бывает на уроках нудно, а на контрольных трудно, но то, что справимся, знаем мы, ведь наша школа готовит гениальные умы. Наш класс – это хорошо заниматься на физре. Наш класс – это хорошо слушать учителя. Я попрошу 209-210-211. Звонок для учителя. На перемене. Наш класс – это Сашина челка. Мой класс – это всегда приходить в школьной форме. Здравствуйте. 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 Я не знаю, почему мы сегодня в таком классическом виде пришли. Школа, рубашечка, это да. Все да, идеально. Да, я бы, конечно, хотела показать. Вот, например, вот, на кого надо равняться. Вот, это нормально, есть для школы. Здравствуйте. 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 Доброе утро. Здравствуйте. 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 Наш класс – это выучить английский за перемену. Молодец. Наверное, всю ночь учил? Да. Ладно, садись 5. Наш класс – это не опаздывает на уроки. Наиболее успешно содействует воспитанию культурного человека. Искусство и наука. Извините, календарный, я проспала. Как проспала? Шестой урок. Наш класс рядный! It's 7 a.m. And the letters are sent.
whole summer to get to you. Campfire outside, we fell and kissed. There were only few things I said to you. Sunshade, this lake, one to cherish. Waited all summer to get to you. Campfire outside, we fell and kissed. There were only few things I said to you. Sunshade, this lake, one to cherish. DeLorean. Sapphire in your eyes made this tune bliss. There are only few things I knew from you. Sunset undressed your name, Paris. Serene clear water, all set for you. Sapphire in your eyes made this tune bliss. There are only few things I knew from you. Sunset undressed. Мы хотим сказать вам большое спасибо, что все эти годы вы помогали нам, поддерживали нас. Мы все вас очень любим, ценим, никогда не забудем. А также мы хотим поблагодарить всех наших учителей за их труд и нервы, потраченные на нас. И спасибо нашей любимой школе за сотни незабываемых воспоминаний.